Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение моего ФФА сериала «За ацтеков» на восьмерых на карте Фрактал. Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Горго, тут твой скаут вообще теперь не в тему, как ты понимаешь. Я не могу ничего убить. Нормально представить. Вверх веди. Интересный вопрос, а сколько ты готов заплатить за ответ? Почему сразу все в материальном? Ну, потому что это важная информация, по-моему. Я думаю, три города, если у тебя империя 25, у меня 26. Слушай, разводить людей на деньги, когда информация доступна бесплатно? Да, это спекулятизм же, Алексей. Ну, попробовать-то стоило. Ты хочешь старого еврея развести на бабки? Ну а вдруг? Конго захватила Валенсию. Это не город, это так. Американец, ты тут стоишь, подгадываешь своим воинам, уходи оттуда. Давай, наверное, колесницы, потом мечников. Да, вот тут придется отступить. Сначала апну лучника. Да, Горго, куда теперь тебе этого девать? Скаута. Пусть он там стареет. Может, когда-нибудь у кого-нибудь из вас снесут город, и он пройдет. Слышь, американец, вот ты мне проходить не даешь, поставил своего скаута, а сам стоишь возле моего города. Это некрасиво с твоей стороны. Убивай его. Я не хочу воевать с американцем. Перикола, ты не хочешь там снизу еще на Конго напасть? Я просто не могу оттуда уйти. Все. Он может напасть, он уйти не может отсюда. Нет. Ну это... а как? У меня там со всех сторон границы. Не, Димстигар это американец. Димстигар это американец, я спрашиваю Курдызаса. Напади на Конго. Снизу. У меня тут такая земля, на самом деле, тяжелая, поэтому... Сейчас... Нормально тут. Как три клетки в джунглях. Развиваться нужно. Там. Просто отвлекаю пока. То есть я, конечно, не могу тут ничего сделать, но отвлекаю хотя бы от испанца.
как вы понимаете, не в моих интересах, чтобы испанцы быстро выносили. Нормально. Куда ты пошел-то, Марс? Ну? О, Мартин! Он убежал! Кто там от тебя убежал? А, собака убежала, вынесли ее. Собаку вынесли? Нет, мыть собаку сейчас будут, а он спрятался. Тут все мысли о том, чтобы вынести кого-то просто. Ну, слушай, Грей, сначала вынесли собаку, потом вынесли тебя. Что-то все по очереди. Только собаку вынесли помыть, а тебя... Тоже помыть. Собаке скучно одной. Слева. Слушай, там был вообще? Курдызас, там, смотри, там у него табак, цитрусовые, железо и пшеница. Ты думаешь, он не поставит там город? Я думаю, что он не поставит там город. Почему? Не, я не буду там ставить город. Почему? Потому что у меня вармонгеры рядом со мной. Ацтекские. Поэтому ты поставишь где-то в другом месте, не в этом хорошем? Конечно. Вот в... Ты сколько поставишь? Что? But it turns. На месте так сколько поставишь? Ах ты. Ясно все. Вот это реакция. Сразу чувствуется. Да, просто, видимо, прогружается раньше. Да нет, тут надо видеть, просто момент был. Да, Алексей, он... Выглядело круто. Ваш кликер еще тот. Да нет, я про... Кто он? Я кликер? Я про именно реакцию, не про клики. Куда пошел? Религию мне распространяет. Он у меня там один заряд, он просто разведает сейчас, чтобы я мог примерно так иметь в виду, сколько там городов, сколько распространить. Да, ну да, да, конечно. Грей, а в чем прикол, что у тебя этот рабочий там уже несколько ходов на крабах сидит? Он мне вижен дает. А, то есть ты его туда посадил, чтобы видеть, что вокруг происходит? Ну, я вижу твой холм, который иначе видеть не буду. Вижу твоего лучника дохлого там. Кстати. Меня прикалывает, что мой лучник не может при этом твоего рабочего обстреливать. Так как какой-то баг. А можно. Ну вот он не обстреливал. Ну пусть стоит тогда. Тут равнина, поэтому я надо лучника убирать еще дальше. Divide and rule, a sound motto. Не, ну это как-то нечестно было. Может, мы как-то по счету будем вынуть? Ну да, я привык. У Арчи там, по-моему, вообще, по-моему, прогрузка позже всех происходит. Ну там жесть вообще, да я не знаю, куда играть так.
Так, я вообще еще строю каких-то поселенцев? Нет. Вот этот у меня идет, мне надо убирать уже, наверное. Хотя нет, надо еще одного поселенца построить. Блин, 9. 9 ходов поселения. Ой, ГГшек здесь. Да ладно. При этом плюс 50%. Да это жесть какая-то. Там вот три подряд в линию. Подожди, там у что я там у и что? У перса, у перса. Что у перса три в линию ГГшек? Три культурные ГГ, одна из которых кумаси. Вот прям подряд они идут. А я вижу четыре культурные. Ну, знаешь, я одну еще не нашел. Тут-то я всегда поставлю, тут могу не успеть. Да, у него лучник поплыл, интересно. Что-то варвары понабежали, блин. The Lord made us all out of iron. Нормально уже коммерческие районы понастроили. Люди. Было 9 ходов, стало 6, ладно. I like to say I practice militant mysticism. I'm up. Не, пока ставлю все как есть. Вообще, можно в Женеву отправить одного. О, вот это провал. Чё он умер-то? Не знаю, показывало, что не умрет.
Надо будет не забыть поменять это для того, чтобы потом Амстердам посадить. Сразу двоих. Так, коммерческий район. Еще один построен. Не еще один, а первый на самом деле. Вау, Брюссель встретил. Ла Корунья, Сарагос. Сарагосу я могу захватывать. Лёш, давай заключим мир. А куда ты поселился? А куда ты поселился? Я понял, понял. А поселенца ты от Ла Коруньи куда поведешь? Он ждет своего часа. Ну не в твою сторону, не переживай. Ну вот смотри, вот сейчас я тебя отправил заключить мир, да? Но у меня не было кнопки отправить. То есть я, видимо, нажал, и оно у тебя сразу появилось. Вот, баг, например, ты мог сразу принять. Ну, мне невыгодно, чтобы... Тут арчи как-то выносили, и Сарагосу я не собираюсь сейчас забирать, потому что у меня есть места, куда ставить города. А вот то, что... То есть мешать арчи, когда он воюет с Конго, нету никакого смысла, по-моему. Такая увлекательная война. Пока в игре небольшое затишье, спешу напомнить, что это видео вышло при поддержке глобальной браузерной космической стратегии consolewar.ru. В параллельном мире на Землю напали рептилоиды, и только консулы, игроки из нашего мира, управляя через канал связи колониями людей, смогут победить проклятых рептилоидов. На моей памяти первая браузерная игра, в которой креатив ценится больше постоянного в ней нахождения. Не забудьте после регистрации воспользоваться бонусным промокодом Лёша играет. 3-4, а так 5-3. Ладно, мне надо поселенца быстрее построить, чтобы поставить город. А сколько стоит рабочий строитель? 115. Надо обработать счастье тут. Табак, свинки, пряные. Вот тут шачекалька и пряности, и табак. Это все плюс к силе ацтекских войск. Интересно, сколько в Амстердаме стоит провести мобилизацию? 300. Арчи тащит на фаст-клике. Видно. Бик, а ты справа пришел, да, откуда-то? Я от тебя далеко. Ты нашел, например, Торонто? Не знаю, а что тогда твой тут лучник ходит, если ты далеко? Где мой лучник? Брюссель, Амстердам. Ну, отсюда я где-то 7-10, наверное. В общем, тут где-то горка получается. Это не мой миссионер. Да, я видел, видел. Это был грех.
Выносить, что-то больно было только что. О, лошади. Там импи конголезские, вы понимаете, да? Надо глянуть, что там против них вообще можно противопоставить. Конга, они замещают мечников, апаются до мушкетеров. Ну, в принципе, при обороне от дальнобойных атак. В домике строить или вот такую войнушку устраивать начали? Ты много городов захватил? Пока этот вопрос неизвестен. I don't underrate the value of military knowledge, but if men make war in slavish ГГВП. Не понял, Мадрид захвачен? Грек, ты все еще не хочешь снизу нападать? Потому что сейчас, видимо, ко мне все пойдет. Сейчас бы Грек через всю карту пойти защищать. Через какую всю карту? Между вазьми 8 клеток. 8 клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Таких 8 клеток. Между чем и чем? Между началом, нет, последней клеткой границы и последней клеткой моей границы, наверное, надо считать, от города. Почему от города? Ну, вряд ли у него юнит прям на границе стоит, и строится он тоже не на границе. Ну, юниты-то у него какие-то есть, где-то они находятся. Тут же вопрос не в том, где находится юнит, а в том, в логике событий, зачем ему там идти нападать на тебя. Ну да, я тут рядом с ним поселюсь, буду дружно жить с ним. Пизарчик, конечно, скучно играть там будет. Ну зачем ты его выносил? Вот что ты за человек? Получилось. Горит тут бегать. Разглядывает все. Вышел в своих импи, будь человеком. Зачем выносить всех? Между прочим, ты мне войну объявил. Вармонгер. Ну и где логическая связь? Ну, ты вармонгер, потому что объявил мне войну. Вот логическая связь. А выносить зачем всех? Кого всех-то? А, тут реально 4 культурные ГГшки подряд у перс. В ряд прям. Пожалуйста, там убегайте от меня подальше. Бегайте, разбегались. Слушай, перс, ты тогда снеси кумасита, если она не твоя. Зачем ты ее отдаешь человеку? Может, просто сжечь, не знаю. То греку мало культуры, ему еще кумасит выдали. Ну, хорошее предложение, конечно. Тут надо стены строить. Так, и лучника надо сюда вести. Амстердам хочет караван, я ему дам его. Отлично.
Так, торговец сделан. Нет, там бот уже предлагает вернуть обратно Мадрид. Ну, соглашайся. А он столько золота в ход предложил, что я действительно подумал, что вернуть. Жаль, нельзя. Вообще, надо тут еще город поставить для еще одних лошадей. Ну, кстати, пантеон все равно это достаточно сильный. В итоге у меня все эти мечники строились два хода. Какой бог кузницы? Да. Ну, два хода для мечника это реально очень быстро. Нормально, мне Филипп предупреждение выписал. Блин, да как ты тут оказался-то? Да, вот гулял-гулял, смотрю, границы. Дом, да, зайду, а тут и нет никого. Подожди, так ты еще и лошадей разграбил. Вообще у меня никакого сообщения не было. Хрень какая-то начинается. Куда застыли, что-то делай или не делай своим миссионерам, что ты стоит? Он стоит, стоит на чуде. Стоит на чуде. Он тебе никак не мешает. Я не вижусь. Персия просто утонула в этих бегешках. Я смотрю на это место, жесть какая-то. Ему города негде ставить, он их ставит, черт пойми, как между бегешками этими. То, что я тебе говорил. Ну, снеси вон, ГГ. 22 защиты, это же за один ход падает. Кумаси? Да. Сейчас человек 30 культуры в ход, как бы. Ну, сейчас так у тебя. Кумаси. Раз, два, Акрополь. А что за религия, кстати? Кармий мир. Ну, от Кумаси тоже должно быть хотя бы где-то 5-6. В Кумаси тоже два этих съешь. Да причем два этих? Ты если не убьешь ее в первой половине игры, она больше сотни культуры будет давать. Сейчас поднастрою еще бессмертных парочку годов. А кто этому советует? Конга ему советует. Вот оно что. Скажи, что у Кумаси еще и армия есть. Это легко будет. Два лучника, дуболомы. Ну это, конечно, серьезный аргумент. А какую ГГшку вынесли?
Грек, очень хорошая у тебя цива не лагай, это кто создал? Рим. Леш, где юниты вообще? Вот ты сколько, блин, кто думал, что ты сзади придешь? Что за привычка такая к мужчинам сзади подходить? Откуда ты вообще не, пришел не там? Не заманивай как бы свои... Я вообще не понимаю, откуда ты пришел там. Приплыл, что ли, своим скаутом? Ну, слушай, ну это хрень какая-то. Мне Цива не сообщила, что ты на моей территории, что ты разграбил мне лошадей вообще, в принципе. Это, я считаю, баг игры. То есть мне сообщило, что ты меня центр коммерции разграбил, а про лошадей вообще ничего не было. Или это в один ход все было? Нет, конечно. Ну вот, я тоже думаю, что два хода. То есть ты высадился? Мне даже вообще никакого сообщения не пришло. Типа там юниты на вашей территории, посмотрите, разграбил лошадей, вообще ничего не пришло. А тут разве пишут про юнитов на территории? Ну, про юнитов на территории, ладно, не пишут, считаю, но... Считают, что это вы сами все да, да, но про разграбление плантации должны сообщить? Или ты на последней секунде это сделал? Не помню, какая она. Не на последней точно. Да и на последний тебе все равно напишут, тут неважно, она же тебе в центре экрана вылазит и какой-то примеси. Не, ну почему? Там могло, типа, ты на последней секунде это сделал, начался следующий ход, оно все стерлось. А он, по-моему, не так работает. Но если какое-то сообщение приходит, оно там несколько секунд висит, а потом исчезает. Ну это не точно. Эх, мне бы Горга, я бы тут уже госслужбу бы закрыл. Грек, ты потом миссионером вверх иди там, так сколько мне главное там иметь? Я же буду получать бонус к силе? Да. Ну вот. К силе не иди, да. А, к силе не буду, ну... Да, строй это, храма полезно. Это вот Конго может к силе получить от меня бонус, поэтому я их не шлю к нему. Грек, ты напасть что ли все-таки решил? Ты к какому греку? Да, который Перикл. Нет? Что это за юнит на границе? Если надо просто смотреть, можно подальше стоять. Там сейчас город будет скоро. Рядом. Ну, хорошо. Как это связано? Сейчас отойдет. Мне кажется, или я слышал усмешку в этом предложении? Ты не перепутай, в какую сторону отходить надо. Самое главное. Обязательно было апельсинки грабить. Какие апельсинки? Ну я так железо называю. Там 12 науки, половина моей науки. Ну все, я ухожу. Недружелюбные соседи.
Блин. Так. Мне срочно нужно два рабочих и строить всадников. Всадники 36. А... Конголезские юниты 35. Поэтому мне всадники нужны. То есть починить здесь лошадей и здесь обработать. Мы с тобой не будем воевать? Да нет, зачем нам здесь возле Нанмадола такая армия стоит? Неприятно. Она не в тебе. Войска в строй, войска в строй, войска в строй. Да нет, пускай, есть, ну если хочешь, пускай его строит. Я говорю, что я на него не буду. Ну просто, если ты не будешь строить войска, фактически ты свою судьбу сейчас отдаешь, просто не знаю. Строю, пока бесперку строю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть импи. Отлично. Так, давайте четыре хода. Через четыре хода надо будет ставить карточку на кавалерию. Что, вы там еще воюете, Алексей? Я просто не слышу. Конечно. Великая война идет. Он сейчас забирает испанцев, потом идет ко мне своими импи. Это я не зулус, я конго. Ну, я думаю, все поняли. Конечно, армия не угрожающая, 479. Ну это все эти импи. Ну, хоть Амстердам там что-то делает. Амстердам уже защита 43, главное. С Амстердам вряд ли берется на данном этапе.
массе армии 2 раза больше, чем у меня. Сейчас получить юнит разведчиков из руинки. Самое время. Вдохновение для госслужбы. Да, это вряд ли. Америка, вот что здесь стоит твоя армия? Что она хочет тут делать? Скажи, расскажи мне, твои планы. Мои планы — захватить Стокгольм. Не, брат, Стокгольм ты не трогай. Нет, я его захвачу. Я же тебе говорил, строй войска. Да, он будет Амстердам брать. Ну, 43 через реку. Так сложновато будет. Грэ, а чё ты сейчас вот твой воин сюда подходит? Ты же сам говорил, не подходить к границам, а тут взял... У тебя скаут стоит на границе. Ну, это скаут. У меня нет свободных скаутов, извини. А вот воинов хоть отбавили. Не, ну мы можем дружбу заключить. Но, по-моему, у тебя нет энтузиазма. Все из-за той коляски, которая там стоит. Почему? Я за. Американец, я тебя перейду на войну сразу, если ты будешь без огонь. Ну, объявляй, пожалуйста. Посмотри, там Винус, да? Винус мой союзник, а у него 8 армия. Да, Винус, он не пойдет сюда. Почему не пойдет? Потому что не пойдет. Не знаю, чем Арчи устраивала его столица. Это просто ужасное место. Я бы лучше утопился в море, там, чем там жить. Слушай, ну ты же вот сейчас захватил Мадрид? То есть ты сейчас живешь, так может утопишься в море? Я уже всех топлю по очереди. По-моему, ты обманываешь. Да нет. Да обманываешь же. Надо вот этот великого ученого взять, который на веру дает. Кто его никто не берет, надо будет обязательно взять. Это, кстати, для... Ну, бывает, заходит очень хорошо. У меня хорошо зайдет.
Тут дорогу провожу, будет удобно. Никто не хочет захватываться. Кого? Город государством. Какой? Окленд. О, блин. Ставьте пока Окленд, что вы достали на жизнь. Не, Окленд оставьте. Ну чё, ты решил Амстердам не брать? Да я юнит его убиваю там наверху. И Сарагосу ты обложил, я смотрю. Ну надо, чтобы уже пирата хоть что-то приносить начали, наверное, захвачено. Было бы неплохо. Как вы вообще с Сарчи договорились, что это за город Сарагоса, зачем он нужен? Только с генералом на тебя нападать и все. Я не знаю. Нет, так он его поставил, когда я еще не видел эту территорию. Я вообще не знаю, зачем его там поставил, кстати. Немножко странный город. Нет? Я бы, например, между Амстердамом и Брюсселем бы, например, что-нибудь поставил. Или там не влазит? А, тут, наверное, не влазит. Раз, два, три. Не, влазит вот ниже речки, на реке, рядом с табаком. Да черт его знает, тут места просто ужаснейшие. Варч. Это все, шестая цива не дает. Ну, в общем, зависит все от спота, как всегда, дичайше. People who cannot find time for recreation are sooner or later to find time. Где вообще коммерческая зона в Амстердаме? Катапульт строит. Он военный город. Ты нахрен мне нужен вопрос? У меня 1027 веры, а реликвии не могу сделать почему-то. Причем тут вера? Не знаю, что великих пророков. Тебе ж пророк нужен. Вообще я путаю с этим уже с пятой, господи. Все в голове перепутался. Блин, перс, ты можешь открытые границы мне дать? Это?
Не давай Конго открытые границы. Там у меня это разведчик и два варвара за ним. Мне надо бежать. Конго должен умереть. В корчах. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.